Высшая школа экономики с 2019 года реализует уникальный проект «Социальный лифт». Он дает шанс талантливым ребятам из российской глубинки, из семей, которые попали в трудные жизненные обстоятельства, поступить и получить лучшее образование в нашей стране. Я всегда мечтал о вышке и поступить туда, но мне кажется, я бы не прошел просто по баллам, а эта программа предоставила мне такой шанс. Если бы не программа «Социальный лифт», моя мечта поступить в этот вуз осталась бы просто мечтой. Немножко, конечно, мои родители были удивлены тем, что вуз так помогает и запустил такую программу. Но после того, как я сюда поступила, все сомнения развеялись. Ознакомившись с программой «Социальный лифт», я понимал, что это некая подушка. Все были очень рады, когда я поступил. Мама у меня работает продавцом. В принципе, она уже в этой отрасли 2 года. Я живу вместе с мамой и с 2 младшими братьями. Одному 10, другому 5. Мои родители в разводе. Моя семья очень рада, что я сюда поступил, и очень гордится этим. И всем родственникам теперь горит, что вот наш Савелий учится теперь в ВШЭ. В 2021 году этот проект продолжится, и вы можете поступить в один из 4 наших кампусов. В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде или Перми. Вышка готова принять 190 студентов. Основная цель была, окончив филологический факультет, пойти работать журналистом и вернуться в наш Оренбургский район, в город Оренбург, и делиться опытом с коллегами. Наверное, главной мотивацией было желание показать моей семье, что вот я могу добиться того, чего хочу, чтобы они мной гордились. Я бы хотел получить здесь достойное образование, которого, к сожалению, пока на данный момент нет на Дальнем Востоке, чтобы использовать это для развития моего любимого региона, моего края. Главной мотивацией поступить в этот университет стала моя мама, которая на протяжении многих лет вкладывала в меня свою заботу и любовь. И я бы не хотела ее огорчить. У вас есть время до 1 июня подать документы и участвовать в конкурсном отборе. Результаты станут известны 1 июля. Те ребята, которых отберет экспертная комиссия, и они успешно сдадут единый государственный экзамен, получат шанс учиться в вышке. Пожалуйста, при подготовке не забывайте отдыхать. Отдых очень важен как для вашего ментального здоровья, так и для физического. При подаче документов я была невнимательна и 3 раза отправляла документы. Поэтому я хочу посоветовать будущим студентам быть внимательнее. Самое важное — это не сдаваться, не опускать руки. Даже если на пути у вас встретились какие-то неурядицы. И нужно верить в то, что все мечты осуществимы. Все в ваших руках, и только вы управляете своей жизнью, только от вас зависит ваше будущее. Дерзайте, у вас все получится.